Всем привет! С вами канал Территория Мужчин. И в сегодняшнем видео мы будем обозревать новинку, предоставленную нам магазином Капитан.UA, барометр рыболовный Капитан FBR-007. Капитан FBR-007 это не только барометр, это полноценная компактная метеостанция. По этому барометру вы сможете следить за временем, атмосферным давлением, температуры, графиком изменения погоды и прочими функциями. На основе изменения давления рыбак определяет благоприятное время для рыбалки. Итак, посмотрим же комплектацию, из чего состоит наш барометр. Вот сам барометр находится в вот такой красочной упаковке. Все на русском языке. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что же там в середине. Вот в коробке у нас находится блистер. В блистере уже непосредственно сам барометр, карабин и батарейка. Батарейку я уже снял и вставил в наш прибор. Инструкция у нас на русском языке. Здесь все подробно описано, расписано, как настраивать и как пользоваться данным барометром. В принципе, ничего сложного нет. Итак, отложим нашу коробочку. Вот такой карабинчик удобный. При помощи этого карабинчика очень удобно вешать барометр нам на одежду или куда-то там еще, куда мы хотим. Итак, сам барометр, как видите, он небольшого размера у нас. Вес его примерно около 30 грамм. Покрытие Soft Touch. На сайте производителя указано, что данный прибор водонепроницаемый, но я думаю, что в воду кидать его не следует. Сейчас я вам покажу. Вот в самом верху экрана у нас иконки изменения погоды. Вот такие. Указывается температура, время и в данном случае давление, которые сейчас у нас составляют 987,6 гектопаскалей. Чуть ниже отображена диаграмма за последние 12 часов изменения давления. Как мы видим, давление падает. Левее немножко диаграммы стрелочка, которая тоже указывает, что давление немного падает. Так. Этот режим кнопочкой моды мы включаем таймер. Еще раз нажимаем. Отображается альтиметр. Вот. Как видим, высота над уровнем моря в данном случае составляет 221 метр. Вот. Переходим назад. Основные функции прибора таковы. Это барометр. Давление обновляется каждую минуту, что в принципе очень даже и неплохо для такого прибора. Термометр у нас есть еще. Альтиметр, как я уже сказал, отображается дата и время. Прогноз погоды на ближайшие 24 часа. Как я уже тоже сказал, вверху у нас имеется 4 индикации состояния погоды. Это солнечно, незначительные тучи, пасмурно и дождь. Вот, как видите, у нас сейчас дождь. За окном у нас тоже, я хочу сказать, что идет дождь. Так, теперь у нас есть еще смарт-отслеживание 6 мест рыбалки. Ну, это уже для любителей. 3 дня записи данных у нас есть. Можно записывать данные о погоде, изменении давления, температуры и прочего. Еще этот прибор имеет подсветку. Подсветка включается нажатием клавиши. Вот, 3 секунды держим, и подсветка вот таким синим подсвечивает нашу всю шкалу. Что, в принципе, очень хорошо в темное время суток. Управление барометром осуществляется всего двумя кнопочками мода и сет.
При настройках барометра мы можем менять такие параметры, как единица измерения температуры. Мы можем ее выставить или в привычных нам градусах Цельсия, или в Фаренгейтах. Потом мы можем высоту измерять или в метрах, или в футах. Еще у нас есть единица измерения давления. Давление мы можем выбирать или гектопаскали, или дюйме ртутного столба. Теперь о плюсах и минусах данного устройства. К плюсам я хотел бы отнести очень компактный размер, водонепроницаемость и дополнительные функции. Высотомер, термометр, дата, время и прочее. Подсветка прибора и большой ресурс работы от батарейки. Производитель нам обещает около года работы от одной батарейки, что в принципе тоже довольно-таки неплохо. И единственный минус, который я обнаружил, это единица измерения давления гектопаскали, которая нам не особо, скажем так, привычна. Ну вот и все. На этом обзор, я могу сказать, что закончен. Я прибором доволен. Я его практически всегда беру с собой на рыбалку. Я могу с точностью определить и изменение давления. Ну, в принципе, прибор достаточно хороший, я бы сказал. Данный прибор я могу порекомендовать в качестве подарка заядлым рыболовам. Я думаю, никто из рыболовов не откажется от такого подарка. На этом все. С вами был канал Территория Мужчин. Не забудьте подписаться на наш канал. Всем пока и ни хвоста, ни чешуи.